Приветствую вас, друзья, на канале КФХ Оазис. Наша коптилочка все тюнингуется, скажем так, обрастает новыми функциями, приборами. Поставили вот такой датчик температуры кулинарной с четырьмя щупами. Все эти щупы заведены в мясо. Один висит в воздухе, а все три других в мясе. Также у нас пришел блок электростатики. Да, кстати, этот термометр передает информацию на сотовый телефон в режиме реального времени. Все можно смотреть, трудно проследить. Всегда есть упоминания, оповещения. И мы заряжаем коптилочку. Коптильные шкафы у нас. Шея, пару кусочков ребрышек. И ради интереса я повешал рульку. Мясо промариновалось в стандартном маринаде. 20 грамм соли на килограмм продукта. Продукт считается мясо плюс вода. И 0,3% сахара. Больше ничего нету, ни специй, ни всяких лаврушек, ни тем более чесноков. Она уже у нас на космический корабль стала выходить с проводами, с этими. Надо как-то это все исправить. Сейчас я продукт вешаю на сушку на 12 часов. И утром начну копчение. Вот так получается у нас. Да, поддоны все жду. Поддоны из нержавейки заказал. Все еще мне не могут их изготовить. Ну, скоро будут. Так что, друзья, до новых встреч.